Дев'ята година тридцять чотири хвилини. Доброго ранку, Україна, прокидайтеся. Подивіться на ваші годинники. Вже час рухатися на роботу. Якщо ви ще спитали, я думаю, що більшість киян уже в дорозі. Олег Олена Лена у студії Радіо Вісті. Традиційно по вівторках ми говоримо про здорове харчування, але трохи вирішили змінити курс нашої розмови, тому що будемо говорити про здоров'я в цілому. Ну здорове сприйняття того, що навколо нас з вами відбувається. Бо для того, щоб це здорово розуміти і бачити, відчувати, треба мати нормальний зір, як мінімум. Георгій Пархоменко в нашей студии, главный лікар, доктор медицинских наук та лікар высшей категории. Вот с ним про все это будем говорить. Ранок добрый. Доброго ранку. Доброе утро, кандидат медицинский. Кандидат наук медицинский, удачно, ну Ну, хотя, видите, система э, градации меняется, и кандидатская диссертация ага. сейчас признается как МД, и, собственно говоря, докторский практически будет у... Страні упразнені. так ну, якщо ми говоримо про зір, про сучасні підходи, от я вам скажу, в мене була така практика спілкування нещодавно зовсім з літньою людиною з Німеччини. Про що йшлося? Людина має понад 80 років, і вона звернулася з тим, аби її скоригували зір, лазерна корекція. Оця так звана. Та звичайно мене це здивувало, тому що ну в такому віці коригувати зір на що мені відповіли, а нема проблеми. Це коштує доступно, і це абсолютно нормальна річ в будь-якому віці. Українці часто вдаються до подібних речей чи просто, от як я зараз там окуляри вдягли, ну мені поки що не бракує. Мені окей, як часто звертаються. Ну, на самом деле, есть большая разница в таких странах постсоветского пространства, скажем, как Украина. Коррекцию действительно выполняет большинство молодых людей, начиная с 18 лет. Обычно в таком состоянии близорукость стабилизируется, и коррекция может быть выполнена. На Западе абсолютно другая ситуация. Это косметическая операция, она никакими страховыми организациями и взносами не компенсируется. Поэтому люди, которые уже прожили жизнь, вышли на пенсию, теперь они могут себе позволить изменить образ жизни. Поэтому статистика показывает, что лазерную коррекцию зрения по поводу близорукости, дальнозоркости и других проблем выполняют пациенты на Западе уже в возрасте старше 60. Как ни странно, я сам, когда увидел эти цифры, очень удивился. То есть разница между средним возрастом лазерной коррекции достигает 30-40 лет. Если говорить о цифрах, я немного изучала статистику, к сожалению, каждый год в Украине 4 миллиона украинцев имеют проблемы со зрением. И каждый пятый ребенок также жалуется на это. Действительно ли за последние годы вот ситуация усугубилась? Да, на самом деле это напрямую связано с экономическим состоянием страны. И вы знаете, вот каждый раз, когда вот на протяжении последних 15 лет, сколько времени посвятился приватной медицине, я вижу, что Появляются менее плотные катаракты, люди меньше ждут в очереди для того, чтобы прооперироваться, покупают более дорогие хрусталики, могут оплачивать такие дорогие услуги, и я радуюсь, я говорю, вот здорово. Даже не нужно смотреть ни на курс доллара, ни на стоимость там квадратного метра жилья, страна развивается. И после очередной проблемы, вы знаете прекрасно, какие сейчас, люди долго ждут, прежде чем прооперируются. Затягиваются а, самостоятельно. Потому что нет возможности финансовой. Страховая медицина, как вам хорошо известно, она не работает на настоящий момент. А цена, которая все-таки даже при очень высоком качестве ниже примерно в 3-3,5 раза, чем в европейских странах, для многих наших сограждан неподъемно. Uh -huh. И люди ожидают годами в состоянии слепоты. Uh -huh. Вот мы проводили в августе совместный проект с Каспийским благотворительным фондом. Там уже более. 15 лет работает больница для бедных. Так вот, они, набирая пациентов для этого проекта, мы прооперировали 50 человек в Киеве, бесплатно, абсолютно бесплатно, оперировали катаракту. Средний срок ожидания был более года. Угу. А в очереди находятся люди, несколько десятков тысяч человек по Украине, у которых ожидание такой операции составляет 2-3 года и более. Георгий То есть они Яковлевич, слепые это За это же время, время зрение падает и ухудшается, и человек фактически сам усугубляет свое состояние. Как стимулировать государство? Может ли в этом принять участие? Ну, если вы мне расскажете, что изменилось в медицине за последние 20 лет... Да, не, я думаю, что это вы нам расскажете. Я вам не могу ничего рассказать нового, что изменилось в медицине. То есть как... Ничего не меняется формально. И вот из радостных вестей я вам скажу следующее. Буквально на этой неделе к нам приезжают представители из Азербайджана, Каспийского благотворительного проекта у которых работает больница для бедных и мы им помогаем для того, чтобы они открыли такую же больницу в Украине. Она скорее всего будет находиться в Киеве, там будут существенно более низкие цены, а мы будем участвовать со своей стороны абсолютно безвозмездно в проекте по бесплатному а лечению сможет пациентов. А кто может обратиться вот в эту больницу за помощью? Я думаю, что желающих в Украине найдется очень много. Да, в Баку. Там, где работает такая больница, а мы можем говорить, что Азербайджан, ну, находится в менее бедственном положении, чем Украина, в месяц обращается несколько тысяч человек. Угу. Поэтому я думаю, что в Украине будет все то же самое. А если вернуться к детям? Я почему спрашиваю? Потому что я мама, и вот сейчас этот вопрос он очень остро стоит, потому что я вижу очень много сверстников своей дочери, которые в столь юном возрасте, они уже в очках. Насколько вот проблемы со зрением они изменили вот свой возраст? Я думаю, что здесь нужно говорить в первую очередь опять-таки о доступности медицинской помощи, особенно высококачественной. Понимаете, технологии, они не стоят на месте. Сейчас операция на Западе очень высокого качества. Например, есть так называемый протез сетчатки, который только в Германии имплантирует более 15 клиник. Так вот, угу. цена средняя такой операции, она составляет 110 тысяч долларов. Ну для рядового украинца это тысяч... это сумасшедшая Я не знаю, деньги. для кого она будет доступна. Но я До думаю, того... что для захода так само, это трошки такая вашка для подъема. А там сумма. страховая медицина. Угу. Ну, и то она есть, там компенсует. никто. Это люди, которые слепые, обычно на оба глаза. Для них это возможность восстановить зрение, получить там предметное зрение, движение руки и так далее. Їм страховка, все компенсує. Якщо говорити про аналогічні операції або там корекція, якщо так це називати, наприклад, на заході, от згаданій мною Німеччині, і в Україні є розрив по ціні, чи в принципі та сама історія, та сама цифра приблизно в першу чергу є розрив по технологіям. То есть однозначно, что клиника, которая работает с обычными пациентами в областном или городском центре, она не имеет возможности приобрести оборудование на несколько миллионов долларов, но никогда не отобьется. Это, во-первых, государство не способствует на данный момент приобретению такого оборудования, это понятно. У нас непосредственно в Киевском центре Новый Зир оборудование высочайшего класса, и я очень много езжу, бываю за рубежом, и в Америке, и в Европе. Могу сравнивать, у нас очень высокого уровня оборудования, но цены примерно, как я уже говорил, в 2,5-3 раза меньше. В первую очередь, за счет зарплат, естественно, угу. персонала и прибыли клиники. А что касается специалистов, которые работают у нас и за рубежом, здесь конкуренция насколько высока? Тут есть интересный такой момент. Дело в том, что Например, в той же Германии или во Франции есть регламентация по количеству операций, которые может выполнить высококвалифицированный специалист за год. Ну, предположим, хирургия катаракта 400 операций. У меня такой регламентации нет. Я за год делаю несколько тысяч операций. Причем, как я вам уже говорил, приходят пациенты, которые ожидают несколько лет, угу. в которых хрусталик, по сути дела, если мы говорим о хирургии катаракты, в каменной плотности. И для того, чтобы его прооперировать и осуществить современные технологии, получается, что кто больше тренируется, у того лучше получается то есть уровень наших специалистов, которые работают в таких вот центрах, хорошо оснащенных, Он ні ніж mm. у лучших спеціалістів гірманії США. Ну до речі, тут цікаво, чи спостерігається певний такий от, лікарняний туризм, так званий. Ну бо ви знаєте, наприклад, що ми про стоматологію говоримо, то ну це практикується. Їдуть з заходу, з західних країн до нас, тому що тут якість та сама, а послуги дешевше. Давайте про це поговоримо. Але по рекламі і після новин я нагадаю, що Георгій Пархоменко в нашій студії, головний лікар і кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, можете надсилати свої запитання. Йому смс портал 2435, сайт радіо вісті а у нас також є певний статус. Ми можемо говорити про ваше здоров'я, і лишається у нас ще 15 хвилин на цю розмову і допоможе нам у цьому спілкуванні. Офтальмолог кандидат медичних наук, врач найвищої категорії, головний лікар клініки Новий зір Пархоменко Георгій. Він у нас у студії. Доброго ранку. Доброго. Дня. Так, ну от те, на чому зупинилися, зупинилися, та так званий, якщо його так можна називати, медичний туризм, коли, наприклад, до стоматологів часто їдуть за кордон я вже говорив, та? А от щодо ЗОРу, простежується щось подібне? Мне трудно анализировать, сколько людей едет за границу. Я могу говорить только, сколько людей едет к нам. Из-за Все... кордону, так. Да. Mm. То есть есть наприклад, з например, с Ливией, и очень много арабских пациентов приезжают к нам оперироваться. И мы выполняем операции любой сложности, очень довольны таким сотрудничеством, вплоть до того, что мы буквально в ближайшее время открываем в Триполе, в Ливии, медицинский центр, который будет оказывать высококвалифицированную офтальмологическую помощь, также будет называться «Новый ЗИР». А что привлекло внимание непосредственно ливийских пациентов вот в Украине? Вы знаете, здесь какие-то исторические корни. Если вы помните, охрану Каддафи составляли э, женщины украинские да, и так далее и качество медицинской помощи в первую очередь. Многие мои друзья, в силу того, что возможность заработка в Украине достаточно сложная, продолжают ездить в Ливию, несмотря на вот такие трудные условия. Вот мы рассматриваем и другие страны, то есть туризм в таком виде выездном с точки зрения поездки туда врачей. То есть у меня э, есть сертификация для работы в арабских эмиратах, и мы планируем тоже там продолжать свою работу. То есть качество достаточно высокое, помощь мы можем это объективно оценить. Поэтому стараемся и оттуда людей приглашать, mm -hmm. и сами участвовать. Но в учитывая помощи. такие серьезные предложения, уровень да, профессиональный нужно с каждым годом повышать. Что вы для этого делаете, помимо того, что вот практикуете? Это поездки за границу, это чтение литературы, это э, видеофильмы по специальности, которых огромное количество, это журналы. То есть, честно говоря, даже не успеваешь все прочитывать. Uh -huh. вот. Поездки на съезды европейские, американские. Ну и работа, работа и работа. То есть основной критерий это хирургические операции. И благодарные пациенты, которые видят после сложнейших проблем, это критерий качества. Uh -huh. А что до гарантирования, есть какие у вас гарантии? Ну то, например, есть определенная работа, вот сделала лазерную коррекцию, операция. Есть гарантия на определенный период? Как это вообще бывает? Гарантии в медицине. Давать очень сложно, можно mm -hmm. говорить только о составляющих. Это оборудование, это профессионализм сотрудников, это договорные обязательства. То есть у пациента не должно быть завышенных ожиданий, а клиника должна выполнить все то, что она обещает. Нам пишут слушатели, написала нам Ирина из Киева, шесть лет назад была катаракта в обоих глазах, поменяла хрусталики на искусственные, которые мой врач назвал последними технологиями. Причем специалисты подобрали их правильно, поэтому вижу все без очков. Браво технологиям, специалистам. Такая степень свободы. Что касается современных технологий, вы говорили о том, что практика, практика и только практика. Мы живем в эру этих технологий. Бывает ли такое, что вы проводите операции онлайн для того, чтобы ваши коллеги могли принимать опыт в других городах, Украины. Насколько да, это да, направление да. открыто Новый для ЗИР, вас? Новый ЗИР является референтной клиникой, то есть наиболее хорошо оснащенной самой крупной компанией в мире, Алкон, которая производит оборудование для офтальмологии и технологии расходники. Референтная клиника подразумевает кроме обучения врачей практически со всей Восточной Европы, также и выполнение вот таких вот операций, которые транслируются онлайн с вопросами и ответами. Я очень люблю такие операции. Uh -huh потому что всегда интересно поделиться собственным опытом, услышать мнение профессионалов. Оно заключается в тех вопросах, которые мне задают. И вот буквально две недели назад подобные операции я транслировал на Белоруссию, Прибалтику, Азербайджан, Казахстан и Грузию. Пациенты легко соглашаются вот на подобные а пациенты от этого никоим образом не страдают. Операция идет, я просто. Совершенно снимает, верно. Я и... отвечаю в конце на вопросы или комментирую. Пациенты mm -hmm. любят, когда им объясняют, что происходит. И потом можно будет видеть себя как в фильме. Главное, чтобы зрение... Нет, там писать... в основном идет трансляция. Ну, то есть, там обезличенный образ. То есть, виден только глаз, собственно говоря. То есть пациент остается анонимным. Ну і зі стін підписують розрішення у согласі у разі, якщо він сам захоче. Так да се верно. 390-104-6, В разі якщо будуть у вас запитання зараз до Георгія Пархоменка, нагадаю, що це головний лікар, кандидат медичних наук і лікар вищої категорії. Можете з ним поспілкуватися, поставити запитання 044 код столиці України і також от пишуть до нас на смс-портал. Ну просто тому що закликали три года, як удаліла Хрусталік в Києві уже давно положено, ага, положено робити второй, але денег собрала половину. Тобто от якраз те, про що ми з вами говорили, недоступність, недоступність це проблема. Е, приймаємо дзвінки. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, mm -hmm. вопрос вашим гостям. Як вас зовут Якович. для початку? А? Як вас зовут, ви представьте? Мене зовут Любов. Любов, будь ласка. Ставте запитання, ставте запитання. Да -да, так. Да, ми слухаємо вас. Георгій Яковлевич, будьте добрі. Скажите, пожалуйста, делаете ли операции по пересадке роговицы и насколько они успешны в данном случае, в данном, как бы, в данное время? Угу. Услышали. Спасибо вам за ваш вопрос. Да, на протяжении длительного времени очень большие были проблемы с трансплантологией, то есть юридическое преследование, отсутствие закона. Надо сказать, что законы сильно не изменились, но создатели первого банка украинского роговицы обошли определенным образом эти законы. Теперь мы полностью на законной основе как частная клиника, можем оперировать и выполнять пересадку роговицы, выполняем такие операции. Опять же, они очень недешевые, но крайне качественные, потому что используются, кроме роговицы. Лазери спеціальні, которые позволяют дуже качественно ту рогові обработати, срезати, приготувати любої форми, підємно, заднє послойне кератопластика. Тобто, технології на мировому Вопрос, один цены, обращайтесь, будемо искать компроміси, які устроюють і нас і вас. Щодо е коригування, от, наприклад, в разі, якщо була проведена певна операція, чи потрібно потім за якийсь період знову звертатися по допомогу з тим, аби підкориговувати? Чи тут все індивідуально? Страховая медицина во всем мире подразумевает ежегодный осмотр, mm -hmm. то есть независимо от того, оперировался человек, не оперировался, желательно раз в год посетить окулиста, провести в медицинском центре полтора-два часа и получить либо рекомендации, либо, так скажем, гарантии того, что в течение года ничего плохого с вашим зрением не произойдет. Поэтому мы призываем всех, пока страховая медицина не введена. Самим забутися mm -hmm. о своє здоров'я. тобто раз в год посещати всіх узких спеціалістів, в тому числі й офтальмолога. Приймаємо ще дзвінки з питаннями: 390-104-6. Добрий ранок. Доброго ранку. Алло. Окей, спробуємо на іншій лінії. Тут я думаю вийде. Добрий ранок вам. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Пока нам дозваниваются, у нас есть слушатели, которые пишут на смс-портал «Спасибо Георгию Яковлевичу за возможность жить и заниматься mm -hmm. любимым делом. Три года живу с клапаном «Экспресс». Все ок». Добрый ранок. Так, ну что ж таки. Я, Я проблемы, думаю, что що... техничный огляд нашей аппаратуры тоже треба требует проходить. Доброго <laughs> ранку вам. Доброе утро. Нарежьте, так. А, это для Валентина из Семенникова, mm -hmm. области. Так. Мы два месяца назад сделали операцию по пересадке хусталика. Я очень рада, довольна. Я почти ну, на, на, на правом глазу сделали. Вот. А на левом, я, ну, на подходе на операцию был, но... Я стала закапувати каплями від катаракти, і в четвер не стало. Я очень доволен. Я, я благодарю Бога, що люди такі є, що зробили э, для людей таке такі. Ясно. Ясно, дякую Але вам. Очень... Дякую. Тут, до речі, от запитання, яке витікає з цього коментаря, наприклад, про краплі, про якісь інші. Тобто, э, корекція це крайня міра? Чи це абсолютно нормально? І ну, як от з тим? Коррекция лазерное зрение это косметическая процедура, которая по медицинским показаниям выполняется менее чем в одном проценте случаев. Люди хотят изменить образ жизни, снять очки, быть более независимым, заниматься какими-то видами спорта, они выполняют лазерную коррекцию. Это не болезнь, это замена очков или контактных лин. Что касается вот капель, очень хорошо пациентка сказала, я даже не знаю, о каких каплях она речь ведет. Буквально месяц назад ведущие фирмы, в том числе Алкон, отказались от капель при катаракте, mm -hmm. то есть признав тем самым, что, к сожалению, они неэффективны для профилактики катаракты. Хотя много лет это заблуждение, в общем-то, Видите, заблуждение, фирмами, а людям нужна продавали. вот такая вот просветительская работа. Ее, к сожалению, никто не ведет. Ее нужно вести и, и в школах, и в садах, и раз в год потом будут посещать украинцы офтальмолога для того, чтобы уберечь свое, это свое зрение. Это очень важно. Так, сейчас пробуем принять телефоне звонки. Доброго ранку вам. Гаврей Ранок. Угу. А будь ты добрый, хайпит скажет, какие минимальные разрывы оптимальны между операцией одного глаза, другого катаракта? Угу. Дякую. Спасибо Дякуем за ваш вам. вопрос. Не представился слушатель, но я Буквально думаю, Буквально что... два дня назад я был на конференции в Днепропетровске, там этот вопрос тоже широко обсуждался и профессорами и так далее. У меня мнение то, которое основывается на мировом опыте, есть хирурги в мире и таких очень много, они выполняют несколько сотен тысяч операций из 5 миллионов катаракт ежегодных, они оперируют оба глаза в один день. Угу. То есть минимальный разрыв не существует. Если на следующий день вы довольны результатом по одному глазу, можно смело оперировать второй. После операции человек уже может видеть? Он видит и во время операции, только он смотрит на яркий свет микроскопа. Как только мы убираем микроскоп, он начинает видеть окружающие предметы. Некоторые люди сами добираются за рулем автомобиля домой. А и, есть... нам, правда, в этом не признаются, потом <laughs> это узнаю. <laughs> Если мы говорим в целом про такий медичный процесс, то ясна речь, ну не можем не запитать и про так звані противопоказания. Вони в принципе есть. Вот есть категория людей, которым ну, не можно делать коррекцию. Чи таких нема? Лазерная коррекция зрения, это, несмотря на то, что это косметическая операция, она имеет четкие показания и противопоказания, естественно, их нужно придерживаться. В первую очередь, это единственные глаза, потому что косметические mm -hmm. операции на единственном глазу даже с минимальными рисками они могут привести к катастрофе. И есть несколько сопровождающих заболеваний, например, сахарный диабет, тяжелые сосудистые расстройства, коллагенозы, при которых выполнение таких операций нецелесообразно. Если это только анатомические проблемы, например, узкая глазная щель или там, недостаточное количество слезы, то здесь возможны альтернативные mm -hmm. методы, которые заменяют лазерную коррекцию и позволяют человека сделать счастливым. Дякую вам за такие от за пояснення. Та, Пархоменко, головний лікар, доктор, кандидат, даруйте, медичних наук і лікар...